Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике инди-хоррор мы посмотрим очередной инди-хоррор. Собственно, эта игра Blackwell's Asylum, она вышла в Steam несколько дней назад. Я, надо сказать, уже давно за ней наблюдаю, то есть я о ней слышал еще месяца два назад, и была возможность поиграть ее тогда, потому что игра вышла в Steam, собственно, только вот пару дней назад. До этого в нее была возможность поиграть, ну, она построена на том же Unity Engine, что и последняя наша игра, которую мы смотрели. Как она там называлась-то? Lost Souls. Короче говоря, она построена на том же самом движке, ее точно так же можно было запустить через браузер, но как-то руки все не доходили, кроме того, она, собственно, вот только сейчас подбирается к финальному релизу. Собственно, игра, судя по всему, крайне неплохая, потому что с того момента, как она появилась в Steam, собственно, в разделе демо-версии, там вы ее можете скачать, человек 20, наверное, написали мне, ну, с просьбой посмотреть вот эту игру. Собственно, давайте смотреть. Я вообще, честно говоря, о ней, ну, собственно, по игре толком ничего не знаю. Надеюсь, она нас не подведет. Так. Почему он на мне сидит? Я девушка? Ух ты! Зачем шприц? Что происходит вообще? Успокойся, Нелли. Мы уже через это проходили. Вообще же не больно. Вот так. Не больно же было, верно? Так, мы в психушке, похоже, да? Потому что его позвали. Он говорит, что там еще одному нужно колыбельную спеть, скажем так. Так, ладно. Мне сказали люди, причем неоднократно сказали, что эта игра страшнее, чем Амнезия. Я, честно говоря, со скептицизмом настроен к подобным заявлениям. Хотя бы потому, что вот подобный графический стиль, я не думаю, что меня сможет сильно напугать. Но тем не менее... Все довольно мультяшно. Но тем не менее, как бы... Меня пугали игры даже там, где, казалось бы, испугать вообще невозможно. Когда график там вообще ужасный. Так, ну похоже, да, мы в дурдоме. Стандартное такое место для большинства хорроров. Так, управление пока что я не понимаю. Так, левая кнопка мыши, чтобы открыть дверь. Понятно, а тут что у нас? Надо сказать, все плывет, все меняется прям натурально. Это... видимо, что-то очень хорошее вкололи нашей героине. О, ты посмотри, что со стенами, да? Это вообще кошмар какой-то. Заперто. Не поддается. Так, shift бежать. Но пока что я бежать не хочу. Это как ее кроет, что стены такие страшные? Это же вообще обалдеть просто. Некоторые двери закрыты. Ну ладно. А за ней там, похоже, пристегивали особо буйных, да? Довольно прикольная игра выглядит. Необычный такой стиль. А так, вы создаете больше шума, когда бежите. Ну это логично, да? Знаете, что меня радует сразу? То, что мы играем за беззащитную девушку. Мы не играем за, я не знаю, там, рембу, на котором висит 5 видов оружия. В таком-то виде как раз и страшно все. Еще одна дверь с каким-то креслом непонятным. Для особо буйных, похоже. Вообще качество. Качество сразу дает о себе знать. Так, с помощью контрола мы крадемся. Как-то очень такой хороший подход. Вот такие вещи именно можно распространять на коммерческой основе. Это, по-моему, хорошо. Это окно? Ну, ладно. Хорошо. Надеюсь, с вами там все в порядке. Кто бы вы ни были, девушка, которая кричала. Фу, так, ладно. Пока что скорее интересно, чем страшно.
Lost Soul мы запускали, оно было примитивно, но сразу практически страшно. Здесь пока что не страшно. Так, здесь можно прятаться, да? Нажимай Space, когда ты нажимаешь кольцо. А, понятно. Это типа, чтобы не услышали нас, да? То есть, чтобы приступы паники прекратить, нажимаем пробел. Зажимаем пробел, вернее. Что у нас здесь? Микстуры какие-то. Ой, как ярко. Ой, выключите нафиг. Капец, что со стенами? Оригинально, оригинально. Открытые двери могут привлечь надсмотрщиков, похоже. А где надсмотрщики? Я, по-моему, слышал шаги чьи-то там. А я могу сохранить, скажем, на F5? Судя по всему, нет. Ладно. Судя по тому, как оно мерцает. Да, тут спрятаться можно под этим диваном, похоже. И под столом, похоже, можно спрятаться, да? А книгу я могу взять? Блин. Ладно. Необычно все это. У меня после DZ это привычка shift нажимать. Там я shift нажимаю, чтобы помедленнее идти. Здесь наоборот shift это бежать. Поэтому как бы это все не сказалось нам неплохо. Так, тут тоже прятаться, да? Да, тут тоже прятаться. Хорошо. Это у нас, похоже, кабинет какого-то доктора. Так, ну вроде пока что тихо. Я не знаю, эту дверь стоит закрывать, нет? Знаете, а что-то во всем этом есть. Я жду полную версию, я хочу уже эту игру. Я обязательно ее залетсплею. Я уже понял, что в этой игре все хорошо. Хотя, собственно... Так, охранник, убегай. Эй, ты! Ты что делаешь на своей постели? Так, давай, 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 давай. Я надеюсь, он меня не увидит. Видно, что игра медленно раскручивается. Видно, что это полноценный проект такой, который не пытается тебя в кратчайшие сроки сильно напугать, но именно вот как-то очень атмосферно все круто сделано и при этом качественно, несмотря на простенькую графику такую. Так он идет, нет-то? Вроде никого не слышно. И девушка у нас вроде не паникует. Давайте потихоньку. Ой, у нее все равно паника какая-то черная вот такая вот. Шагов не слыхать. Тихо-тихо, успокойся, дорогая Элли. Или Нелли, как ее зовут-то, я еще не привык. Ну ладно, потихоньку. Блин, закрыто. Тихо, тихо, аккуратно. Блин, как давно я уже не играл в хорроры. Вот настоящие, полноценные, хорошие хорроры. Чего ж вы так редко выходите? Я так по вам соскучился. Ой-ой-ой, так, ладно.
Мне тут что ли прятаться? Ой, ой. Там у нас смотрящий, что ли? Или как он называется? Warden. Такое ощущение. А, вот еще дверь, смотри. Подожди. А как я тут оказался? Ну ладно. Блин, вот эта вот одна нота заевшая, конечно, вместо звукового сопровождения, она тревожит меня. Так, ладно, свет нам не особо нужен. Мы должны как мышка себя вести очень тихо. Закрыто. Не поддается. Так, мы сейчас находимся... Я не могу сказать, что мы именно здесь находимся, потому что, по идее, мы здесь находимся. Но как мы тут оказались? Давайте, короче говоря. Нам, похоже, на второй этаж как-то нужно. Я вообще где-то не понимаю, где мы оказались. Где именно? Чего не со зрением, блин? Ой, тихо, тихо, тихо. Ой, блин. Неприятные звуки какие-то. Может, ей все хуже и хуже от темноты становится, ей нужно на свету, может, побыть? Да вроде нет, по-прежнему подколбашивает девушку. Хорошо. Ой, какая у нее причесочка. Ладно, пока что без результатов. Во второй палате. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Кто-то там ходит. Мне, похоже, нужно вот в эту дверь успеть пройти, да? Да хоры орать-то, ёлки-палки. Давай быстрее, давай, 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 давай. Тихо, тихо. Блин, сюда идет. Где-то здесь. И как его отвлечь, интересно, если он прям тут сходит. Ладно. Вот чувствуете, чувствуете, да? Вот это вот подход к игре. Я уже вжился в нее, хотя, собственно... Это похоже для тех, кто играет с плохим звуком, вот такие вот... Отображения. Спокойно, братья, спокойно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спокойно нажимаем пробел. Уходи, уходи. Тихонько.
Блин, ты чего напряжен, да офигеть. Hello? Тихо, 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 дружок, никого не было. Hello? Все хорошо. Это же надо так лохануться. Спокойно, спокойно. Фу, блин. Ой, так, уходи. Блин, успел спрятаться. Где он? Ай-яй-яй. Услышал, нет? Ёлки-палки, как тебя обойти-то? Может, мне надо было вторую дверь пройти? Да. Блин, опять сюда идет. Открываю уж. Хорошо, допустим. Блин, хрен поймешь, что делать. По идее, это нужно мимо него пройти. Но, блин, как-то я, как только открываю дверь, он обязательно где-нибудь поблизости. Твою дивизию. Вот сюда похоже. Вот в сторону не заходит. Фу, так, ладно. У нас инвалидное кресло. Коляска. Не знаю, но, конечно, вот эти вот медбратья, они, в принципе, пугают, но просто скорее как напряженная игра, как стелс такой довольно неплохой. Но пока что какого-то хоррора особо, кроме вот этих криков, не замечено. Ну и стенс довольно странных. Кроват. Ой, тут что-то все плохо. У меня опять тараканы в голове, как у Даниэля бегают. Тихо. Тихо. Нет, вроде все нормально, вроде он не в эту сторону идет. Фу, игра не пугает, но заставляет затаить дыхание.
Так, сейчас подождем, пока он уйдет. Ушел, нет? Нет пока. Так, все хорошо. Уходит. Ладно, прошли дальше. Хорошо. Интересно, блин, необычно. Самое то, что я обожаю. Так, налево или направо? Пойдемте налево. Эта дверь, я думаю, не откроется, она как-то не светится даже. Да. Блин, это как нашу девушку кроет, что ее вот так вот натурально вот. Натурально же плющит, это капец какой-то. Фу, ладно. Так, сюда я не попадаю, я так думаю. Ничего. Меня эти все примитивные хорроры со скримерами уже задолбали. Я постоянно жду какую-то лажу, когда к таким окошкам подхожу. Думаю, сейчас выпрыгнет кто-нибудь. Это, конечно, тоже по-своему пугает, но все же хорроры должны пугать именно атмосферой, а не выпрыгивающими бабайками. Ну, тоже под разное настроение. Иногда приятно просто вот так вот простенькие игры, типа той же Lost Souls поиграть, где никаких особых задумок, но игра пугает до усрачки. Или SCP. Ну вот, когда вот так вот просто тебя ничего особо страшного не показывает, заставляет понервничать, вот это, по-моему, высший пилотаж. Ух ты. Оказывалось. Да, все довольно-таки странное. Коридор, конечно, могли бы сделать поразнообразнее. Спокойно. Закрыто. Но на 13-й, наверное, что-нибудь будет. Хотя нет, не та игра, не должно быть. Да. Эта игра маленькая, не пройдет. Так, 14-й у нас, как обычная дверь, это странно. Ну, здесь ничего особенного. Интересно, сколько вообще игра будет по продолжительности, когда выйдет полная версия? Если бы она была в продолжительности где-то в районе, собственно, как Амнезия, это было бы, конечно, шикарно. Амнезия была довольно-таки долгой, при этом довольно-таки разнообразной, и при этом еще и довольно-таки страшной игрой. Причем в каждом своем моменте она по-разному пугала. Где-то водяными монстрами, где-то просто натурально тебе было там неуютно находиться, как скажем, в том же морге. Где-то натурально душа в пятки уходила. Куда я иду, а?
Просто представляю, вот такая вот обдолбанная лекарствами девушка ходит по ночному госпиталю. Так, мы нашли лестницу на второй этаж. Ой, ну опять же, игра далеко не для всех, но я такое люблю. Это мы, так понимаю, на второй этаж попали. А, типа подгрузочка была, такой черный экран рывок. Так, на третий тоже можно. Сюда идет, нет? Вот сейчас, по-моему, точно сюда идет, да? Давайте пока на третий сходим. Опять такая странная подгрузка была, такое ощущение было прям, что как этот SCP играешь. Может, на самом деле этажи генерируются случайным образом? Это был бы прикол. Так, ладно. Ах, я практически уверен, что он сюда придет. Я не знаю, то ли обходить его, то ли от него прятаться. Так, он дойдет до двери, нет? Да где он? Посидим тут, подождем. Вот сейчас он прям сюда идет. Но будет ли он заходить, непонятно, конечно. Да он вообще не тут, по-моему. Ага, сейчас открою дверь и сразу лицом к лицу сниму. С ним. Сниму. Ой, блин. Где ты, юноша? Ой, попало. А нет. Что так громко хлопаешь-то? Ой, кто-то орёт там. Блин, а как его обойти? Уф, я не знаю. Ты выходишь сюда вообще, нет? Сейчас он отсюда зайдет и туда пройдет, да? Фу, так. Ну, давай уже. Рожай. Что-то я перехвалил игру вначале. Что-то она какая-то совсем не богата на события. Но.
Да ему такое ощущение, что пофигу вообще. Он где-то в своем измерении ходит. Так, ну вот подошел. Ну. Ко мне зашел. Судя по всему, нет. Достаточно близко находится. Ой, да блин, а. Ты где? Давайте попробуем. Я не понимаю, как мне пройти тут. А, ну вот так, собственно. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, тихо. Вот сейчас, если он сюда зайдет, то мне хана. Блин, что делать-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хана. Хана. Уходи. Ёлки-палки, он меня не видит. Я же сквозь текстуры смотрю. Да плевать, валим, валим. Все нормально, дядя, все нормально. Давай, давай, давай быстрее, девочка, давай, давай, давай. Ой-ой-ой, он за мной гонится, а ты собака бегать не можешь, а? Уф, так, это было рискованно. Ушел, нет, дядечка? Фу, вот я рванул, оказывается, она бегает на 5 метров всего. Ну ладно, вроде спокойно все. Уф. Очередной диванчик, где можно спрятаться, запомним его. Странный какой-то, надо сказать, что это вообще такое, непонятно. Я иду наугад, это нормально, нет? У меня такое ощущение, что я тут был. Нет? Я уже путаюсь с этими однообразными достаточно коридорами. Ну, допустим. Под стол можно спрятаться хорошо. Куда я иду вообще? Не, ну то есть понятно, что мы ищем выход из этой психушки, но хоть как-то могли разнообразить действия. Мы ходим по однообразным коридорам. Если первые минут 15 это было увлекательно, то сейчас уже начинает поднадоедать, честно говоря. Я натурально заблудился уже. Или может это полноценная игра? Хотя нет, демо написано. Так, ладно. Ой, ёлки, это что такое?
Неужто что-то новенькое? Офигеть! Что тут произошло такое? Я тут не пройду, я так понимаю, да? Да. Не прохожу. Но, по крайней мере, что-то уже, что-то новенькое. Книжки я подбирать не могу, к сожалению. Да и не до книжек сейчас нашей героине. Аккуратно. Очередной шкафчик. Очередной барельеф. Уф, так, ладно. Куда пришли-то? Вроде все. Неинтересно. Блин, тишина, конечно, гнетущая. Так, подожди, я не понял. Это нормально, нет вообще? Так, если кто не понял, продемонстрирую еще раз. Хрена себе. Я так понимаю, как-то тут пытаться запомнить маршрут, в принципе, даже не стоит, да? Офигеть. А это еще что такое? Зеркало, что ли? Или... Ёлки-палки. Все лучше и лучше. Только я начал сетовать на недостаток разнообразия, игра меня просто натурально удивила. Закрыто, не поддается. Я, похоже, подбираюсь к тому месту, да? Ой. Это же тот червь, который нас колол. И я не могу двигаться. Ты что здесь делаешь? Сюда запрещено ходить. Тебе должно быть в кровати. Ты должна быть. Мы тебя везде ищем. Иди в постель, и я обо всем забуду. Не подходи ближе. Я предупреждаю. Я позову охранников. Я точно тебе говорю. Они с тобой не будут милы. Ты должна знать свое место. Они тебя накажут. Охрана! Она здесь, помогите мне. Она из окна выбралась. Она бежит. Ну, я так и не понял. Это полная игра или это все-таки демо? Потому что написано, что это демо, значит, будет и продолжение, что ли. Могу сказать, что это очень тягомотно, неоправданно тягомотно, на мой взгляд. Могли бы как-то разнообразить это все. Пока что все, что происходило здесь, это... блуждание по коридорам, да, собственно, крики из закрытых дверей, могли бы как-то разнообразить, на мой взгляд, но, тем не менее, это было интересно, чувствуется старание, чувствуется, что как-то в этом во всем есть душа, как бы пафосно это ни звучало.
Ну, короче говоря, поначалу мне было вообще интересно, под конец я начал натурально скучать. Тем не менее, спасибо, что посоветовали. Я после того, как, собственно, закончу с этим, ну, вот с этим видео, я пойду в интернет, посмотрю, что же, собственно, это из себя представляет. Полная, то есть версия будет длиннее или это и была полная версия? Но как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.